Доброе утро, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня у нас 19 января 2021 года. Крещение. И зима нам показала настоящий крещенский мороз. Я вам хотела показать, как прекрасно блестят снежинки. Вот эта влажность на улице, которая есть, она сразу же собирается в кристаллы леда. Зима прекрасная. Друзья, позже я вам расскажу, как мы боролись с этим вирусом. Случилось так, что все-таки мы его одолели. Получилось так, что мы его захватили, будучи здоровыми, но нас положили в отделение коронавирусное. Конечно, мы познакомились с этим вирусом. Но все уже позади. Очень жаль, что тот человек, за которого мы боролись, его с нами уже нет. Да, боролись, кричали, всех ставили на ноги, но, к сожалению, не все в наших силах. Сегодня 9 дней, как нет нашего дедушки. Но жизнь продолжается, друзья мои. Если мы рождены, значит, мы уйдем. Молитесь. Надо молиться, надо верить, надо любить людей. Утро прекрасное, солнышко, мороз и солнце, день чудесный. Прекрасное утро. Жизнь продолжается, надо жить, любить, быть оптимистами. Все будет хорошо, друзья мои. Я вам обязательно покажу хороших моментов. Хорошие моменты покажу, расскажу. Все как было, когда боль это пройдет. До новых встреч, друзья мои. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Будьте здоровы и живы. Радуйте своих близких.